Всем привет! С вами Татьяна, и вы на канале ДК Пейстри. Сегодня приготовим апельсиновый шифоновый бисквит. Количество ингредиентов вы также найдете в описании под этим видео. Итак, первым делом нам необходимо снять цедру с двух апельсинов. Снимать необходимо только оранжевую часть, иначе она будет горчить. Также нам понадобится 130 грамм апельсинового сока. Сок и цедру помещаем в сотейник. В просеянную муку добавляем разрыхлитель и все тщательно перемешиваем. Белки отделяем от желтков. И перед началом взбивания оставим разогреваться духовку на 180 градусов. В белки добавляем половину сахара и взбиваем до мягких пиков. Необходимую консистенцию вы можете видеть на видео. Белки перекладываем в другую емкость. А теперь будем взбивать желтки с оставшейся половиной сахара. А тем временем ставим на плиту апельсиновый сок с цедрой и доводим его до кипения. Когда желтки посветлели и увеличились, добавляем в них растительное масло. Продолжая взбивать массу, добавляем к ней горячий сок. При этом скорость миксера необходимо увеличить, чтобы яйца не сварились. Далее в один прием добавляем просеянную муку с разрыхлителем. И опять же все перемешиваем. Теперь в тесто добавляем белок в три приема. Вначале перемешиваем массу достаточно интенсивно, а уже во второй и третий прием очень аккуратно, чтобы масса осталась насыщенной кислородом. Бисквит я буду выпекать в кольце диаметром 22 см. Выпекать буду при температуре 180 градусов 40 минут. Режим духовки вверх-вниз. Готовность проверяем на сухую шпажку. Высота бисквита получилась 5 см, а вес 780 грамм. Если выпекать в форме 20 см, то высота бисквита будет на 2 см выше. Этот бисквит просто идеален для тортов с клубничной, вишневой или смородиновой начинкой. Но сегодня я готовлю из него кейк-попсы, разрезая на мелкие части для того, чтобы легче было перебить в блендере. Видео с изготовлением кейк-попсов вы найдете у меня на канале. Ссылка есть в описании под этим видео. Он нежный, пористый и очень ароматный. Мои домашние готовы его есть даже без начинки. Задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки и не забудьте подписаться. До встречи на канале ДК Пейстри.